И всем привет, с вами Сэм. И сегодня я бы вам хотел рассказать про топ-5 топов минского видеоблогера Аикса. На пятом месте я бы хотел поставить топ У-образных рулей и топ Т-образных рулей, так как эти топы мне не особо зашли, и в принципе в рулях я шарю, поэтому мне было неинтересно на них смотреть. На четвертом месте топ 5 грипс. Про грипсы в принципе вообще рассказывать нечего, но подача была классная, поэтому не пятое место, а четвертое. Третье место — это топ 5 вилок. В этом видосе была просто классная подача, классная подборка видеоряда. Вообще, в принципе, все было классно и очень интересно. Поэтому третье место. На втором месте топ 5 худших комплитов. В этом видео есть своя ирония, и идея этого видео очень оригинальна. Многие люди делали топ-5 лучших комплитов, даже за рубежом, но никто не делал видос топ-5 худших комплитов. Первое место занимают топ-5 стрит-досок и топ-5 парк-досок. В этих видосах особая подача, которую Андрей не смог повторить ни в одном из своих топов. Эти топы мне было очень интересно смотреть, так как у них очень классная подборка видеоряда, очень грамотный монтаж, и в принципе мне нравится смотреть про досочки. Ну что ж, это был топ 5 топов от Аикса по мнению Сэнда. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также переходите на канал Андрея и смотрите все эти топы. Ссылочка, естественно, в описании. Всем удачи, не падайте. Всем пока!